Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в сети совместные кадры с эстрадным исполнителем Николаем Басковым. Из-за болезни артист изменился до неузнаваемости. Певец около недели назад поделился с фанатами тревожными новостями. Он рассказал, что серьезно болен, однако более детально описывать свой недуг не стал. Из-за сильного недомогания Басков даже отменил концерт на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Лазарев опубликовал в своем официальном инстаграм-аккаунте короткое видео со звездным коллегой. Певец до сих пор восстанавливается после длительной болезни. На кадрах Басков выглядит уставшим и немного отекшим. Несмотря на болезнь, он активно шутит с Лазаревым и смеется. «Все собрались здесь сегодня», — говорит Лазарев на видео, демонстрируя звездного коллегу. «Я в темноте. Что ты меня в темноте то снимаешь?» — театрально возмущается в ответ Басков. В ролике можно увидеть, что исполнитель временно отказался от ярких нарядов, он одет в белую футболку, темную джинсовую куртку и прикрывающую лицо кепку.